На оф никому не надо. Ну да, типа, если ты считаешь, что с острова лучше, то, типа, нет смысла менять. Сань, ты уверен, что она тебе нужна? Ну, она бисовая, по сути. Тут больше ничего такого, больше нет. С Хадира? С Хадира? 239-я, с арпом. Ну, да, может быть. Я просто ориентировался на файлик, который еще на Варвейне создавал. Так, что у нас тут по тактике? Кто-то не знает? В общем, по порталам давайте сразу тут более-менее подраскидал картинку сейчас с порталами. Открывайте сразу. Первый Норик, второй Паузер, третий Хардвелл. Четвертый Сильда, пятый Зандазина, шестой, пускай будет Лекса в хиле, седьмой Пропаганда, восьмой Твое имя, девятый Лол Прокса и десятый Флекциус. Ты уверен, что мне в портал заходить? Я тоже офигел. А че, кого? Ну, у нас как бы мириков, ну, не хватает на порталы, поэтому... Какой же четвертый, да? Ну да. Давайте еще раз. Сейчас я картинку открываю. Я сейчас еще раз всех повторю. Откройте картинку, соберитесь мыслями. Сейчас снова все скажу. Там нужно будет бить мобов, не поворачиваться лицом к черепкам, которые там раскиданы по всей комнате. А после того, как все мобы умерли, нужно будет бежать к мозгу, который был в начале входа, и потом его лупасить. И как только остается 5 секунд, я даю команду, и там будут порталы, две штуки по бокам. Вот, типа, либо в него, в один из них нужно будет прыгнуть. Если не успеешь, тебя замкашет. И седьмой, да? Так, давайте еще раз по порталам. Норик первый, Паузер второй, Хардвелл третий, Сильна четвертый, Зандазина пятый, Лекса шестой, Пропаганда седьмой, Твое имя восьмой, Лол Прокса девятый, Флециус десятый. Теперь все номера порталов своих напишите в чат. Третий кто? Третий портал у кого? У Хардвелла. Он второй написал. Второй Паузер. Паузер проебался. Паузер тут? Он же не в Диссе, напишите ему. Блядь. У него же гроза, он что-то вылетал там. У меня свет вырубился третий раз, только сейчас вернулся в Дискорд. У тебя портал. Третий портал. А, второй, да? Да, второй. Хорошо. Так, теперь смотрите. Расстановочка. Саня, иди сюда. Где я стою? Черепок — это йог. Квадратик — это выход. Представим. Встаньте вокруг йога так, как вы будете заходить в порталы, те, кто заходит.
Квадратик это выход. То есть куда Йок смотрит. Да, и можете написать номер своего портала. В белый чат. В пятом кто стоит? Пятый не вижу. Это я пятый. А, ну да-да-да. Так, ну вроде все поняли. Более-менее. Все, еще ребята, когда бы у него в порталах, первые пять номеров движутся по левой части, остальные по правой части. Ну и так пытаемся, чтобы равномерно просто всех убить. Не, давай, наверное, маленько раскидаем. Давай ты и Норик в портале бегут налево, Паузер Хардвелл направо. Кто там у нас еще вкинулся? Тоже давай направо. Вкинулся не идет. Лекс идет. А, вкинулся не идет, Лекс, все понял. Тогда давай сильно налево. Лоу-про право. Жек по центру херач. Я еще раз налево, да? Да, да, да. Кто там у нас? Пропаганда. Ты, кстати, в ком ШП? Да, в ШП тоже тогда прямо пробегаешь. Задних херач. Хант у нас заходит. Хан заходит, да, Хан тоже прямо бежишь херач. Ну и, соответственно, Лекса считаешь там в центре. Все, Рога там за всеми бегай, поймешь, что делать. Главное выйти из портала, когда там ДБМ будет орать. 5 секунд, когда останется. Тут, короче, мирики все взяли в таргет, ой, в этот фокус Сару. Смотрим, на кого она кастует. Она будет кастовать рвение Сары. А с ним надо будет выйти из мили. Или сдохните. Все, РДД все бегаем вокруг. В РДД зоне, мирики в боссе. Ну, в смысле, в Саре. В уже никто не заходит. Заходить в уже вообще нельзя. Сюда и не бьем мобов. Мобов не бьем, пока до танка не дойдут. До танка дошли, тогда начинаем бить активно. Отцу, базука. Все, все готово, все, пойдемте. Вот эту херню можно или обижать, или пропустим, без разницы. Да, просто не идите на ту чью-то. Мирики аккуратно, тоже не заспавните там у мира лишних, в ужин не наступите. Желательно всем в одном кемпе бегать. Все, вот вышел, сразу их херачить не надо, подошел к танку, бьем. Первый череп. Касты сбивать. А, в трому каша сбейте. Хан, берсу, диспель там. Ухильте. Каст не сбили. Касты сбиваем, шаманы тоже помогаем. Мирики все сбиваем. Аккуратно, уже там идет, не заспавнится. Все, это последний моб добиваем быстро. И к выходу бежим. Это не последний. Все, к выходу. Все, добивайте, сейчас щупаль сразу убивайте, каст. Угу. Удушающий приоритет. Да, щупальца убивайте сразу. Диспельте, если что-то видите сразу. Все.
все диспелят. Все, кто что может. Большой надо встать. Все, идем большой объем. Стараемся тоже кучно ходить. От черепа отбегаем всегда. От лучей убегаем сразу, которые зеленые. Кстати, объясните, почему от черепа надо убегать? Потому что летает за койл. Кидается койл, короче, у него есть рейндж, но у человека, который с ним бежит. Милики на один час, вон там еще плица есть. Порталы 12 секунд. Лучи аккуратно. Удушающее выбить быстро. Порталы 5 секунд, по позициям бегите. Все, уже встали, рядом с порталами, зашли. Предпаузер опять вылетел, кто не зайдите. К большому подходить нельзя. Удушающий выбиваем. Там лок. А что у нас хиллер-то есть в портале? Нихуя там сколько сдохло уже. Справа не били почти что. Один бил. Плохо. Очень плохо. Даже бурсить нет смысла. Типа пожимки нажимать. Готовьтесь выходить. Тут как бы плюс 4. Два друида есть. И еще вот именно. 5 секунд, выходите. Че, вы щупальца бейте? А еще. Крадел, ну, подними меня, пожалуйста. Бейте удушающий быстрее. Секунду портала. Задохнитесь собственной ненависти. От черепа. Порталы 5 секунд. По позициям вставайте. Лекса, старайся посередине стоять просто и всех захиливать, кого можешь. Задохнитесь собственной, пищите, смертные. Конец близок. Вдвоем еще нет. Диспельте болезнь. С этим красным лучом сбежаться надо. Диспельте, пожалуйста. Кто-то налево не ходит в портале. Там у вас роги нету. Пау вылетел. Мощнее. Направо скорее. Не, направо нормально. Готовимся выходить. 5 секунд выходим. Очень мало сносим. Установите свои это мысли. Да, если у вас там 20 или меньше, в лучи зеленые зайдите, оно восстановится. Только не в те зеленые, если что. Которые по краям. Да. Порталы 5 секунд. Вот в это норик. Зеленый луч этот нельзя заходить. Черепок. Большой на той стороне. Портал один свободный еще есть. Большой сидеть. И сразу домой стало хватать. Чего процент у вас? Еще как минимум один портал будет. Много щупалец очень разлагающих. Встаньте как-то доты на них, накидайте хотя бы. 5 секунд, выходим. Там веревка и черепки.
Зелен лучше осторожно. Чаще. Портала 5, да, секунд осталось. Понял на мне. Трепещите, смертные. Диспельте, пожалуйста. Друид, ну ты сам себя можешь диспелить. То есть ты диспельте? Вкинулся по диспельте. Наверху большой приоритет. Душа сейчас убили человека. Вначале не убили. Не пропускайте это, пожалуйста. Пока встанет, все на большой переключитесь, милики тоже. Кинулся большой, помоги. Не успеваем. У нас миликов нет. Все в порталах. Выходим. Там танка хватает. Че, пятый? Я пошел лечиться. От черепка. Оу, йоу. От черепка сейчас отойдите. Ты думаешь, что у меня дамага меньше стало? Ты не забыл здесь. Портал скоро. Секунду. Портал, заходим. Диспельте. Замедление. Ну. Диспельте, блядь. Удушающие на танке. Хитите, пожалуйста. Жиза. Давай, Лекса, подхили, я ж бить не могу, пока не подхилишь. А вот это зря было, шаман. Лекса. Что-то у нас весь рейд упал, блядь. Кто там плюс один хотел? Я хотел. Ну, если очень не перевели. Ладно, давайте не тратить время и ложитесь. Теряйте здравомыслие. Мы тут просто в версу можем не ложиться. Бейте того, кто под контролем. Падайте, давайте следующий. Не, они до конца контроля будут стоять дольше. Просто по щупальце зайдите. Да, под БШ заходите просто, да и все на вас шлепнет. Или вон луч смерти еще лучше. Чё вы тупеть? Либо туда, либо туда. Рогу понял примерно, как в порталах бегать? Хотя задох там сразу. В порталах вы же когда бьете, по вам летит ответный урон. То есть если у вас хп мало, то не бейте. Стопните. Чё, Лекса, тяжело? Это самое, в порталах. Я просто не смотрел, что там по эквипу у тебя. Драконов тяжело. Ну, драконы, да, но у нас, типа, у нас вообще на самом деле очень лаки порталы были. У нас три раза подряд были эти самые Дескнайты. Они очень легко вообще заливаются. Они там по 300 яд, блин, в пучке. Ты щитуй перед тем, как они заходят. Прям уже защитованы должны быть все 10 человек. Ебать, нихуя, на 5 минут. Ну, 5 минут, естественно, никто ждать не будет, так пульнем. Тут очень тяжко наверху, много щупалец. А он первый по ДПСу был.
наверху приоритет большие. И мультидотами максимально все. В комнате, да, стараемся бегать так, чтобы на черепане смотреть, чтобы на вас луч не херачил. Пот и пить на мозг, когда убили щупальца. В идеале мы должны, типа, за три портала все дело перевести. Ну, это прям хорошо. В идеале за два, конечно, но это я не знаю, как надо постараться. Это вы к шмоте. Давайте вот хуба да. Быстрее. Отхавайте полностью. Все, пойдемте. Вот это облако только не схватите. Обратите гнев и ненависть против его прислужников. Да, да, не щадите их, бейте без промаха. Давайте вот это говно сейчас пропустим, когда бьем. Кас почти фул прошел. Что-то Норик на тебя не любит. Аккуратно уже там не свалить, кто остался. Можете в квадратике бегать. Далеко на пуль. Кто-то заспаунил там, блядь. Лишнее. Забери. Я вот тому дальнему касс собью. Кто спаунит там? Лишних. Чикатило, ты как? Нормально у тебя все? В смысле, чем я спавнил? Ну ты заспавнил только что облако. Касты сбивайте сейчас. Пиздец. Череп сначала убиваем, милики. Смотрите там, чтобы не сдохнуть. Касты сбить. Удушающее рядом там выбить. От лучей ушли, большой объем РДД. Удушающий. Мирики мелкие, удушающий приоритет. Портал 20 секунд, сразу смотрите, где вы стоите, чтобы вам быстро добежать до вашего портала. 10 секунд. За 15 секунд, да, за 10 секунд уже можно подбегать. Выбейте меня, пожалуйста, из щупальца. 10 секунд. Где ты? Щупаться, щупаться. О, я на час. Все, зашли быстрее.
Лекса, защиту меня, пожалуйста, я вам могу. На большой. Побежали. На большой. Сидора большой. Ага. Наверху приоритет большой. Потом только мелкий. Шесть секунд. Готовимся выходить. Вышли. Все, мелкие добили, чувствую. Там еще мелкая есть одна, на той стороне. На черепа убежали. Чувствую, когда сотка после портала. 15 секунд до порталов. Внушающая выбиться. Бежим к порталу на 5 секунд. Уже должны стоять рядом с порталами. Зашли. Бля, большое в текстурах, а нет. На той стороне большое. С красным лучом сбежались быстрее, что стоим. Побежали большое бить. И дрить. Это... Ладно, потом Бернт. Не, может, Жека Бернет? Аккуратно, аккуратно, лучи. Отошли от лучей. Нельзя тут дохнуть никому. Наверху особенно. Не от чего дохнуть. Красный луч был. Все уже. РДД там вот за большим еще маленькое есть. Заходим. Типа вы можете мультидотать, кто может. Кто? По большому уже нельзя подходить. Душающая выбиться. 10 секунд портала. Бегите лучи к своим уже. От меня отошлите. Сбежали, что там с ниткой. Быстрее, быстрее сбегаемся. Задохнитесь собственно и пищите, смертные. Тут дохуя мелкий. Вообще круто. Че, большие или мелкие будем бить, или все одновременно? Ну, кто мультидоты, можете на мелкие идти. Сколько кто там, Няша, процентов надо мозгу? 30. Сколько там? 30. Ну, не успеем, я думаю. Ладно, бьем пока. Когда босса перейдем, все подружек босса встаем. Успеем вроде, да? Нет, не успеваем. Уходим. Выходите, не давите, потому что все равно сейчас следующий переход к убьем 100%. Опа, восстановите лучше сейчас. Да, здравомыслие, посмотрите у себя. Если меньше 50, зеленый лучше восстановите. Если лучше восстановить. Нитка. Душающая выбить, лучи аккуратно. Бегите. Портала, 3 секунды. Врешь, еще 5. А, 5. Что, блядь, ДБМ пиздит. Порталы пошли. До большого успеется? Нет, наверное. Черепа отошли. Череп, приеди. Череп до сих пор бегает. Вы что, отойдите, блядь, от черепа. Алло. Че, большого нет? Я выйду к вам. Да, выходите, да, все, ты уже перевели. Все, подрожу, все, подрожу, быстрее. РДД босса, милики трэш. РДД босса, милики трэш. На касте отворачиваемся от босса, отвернулись. Кто там повернутый? Все, дамажим дальше.
На этом касте всегда отворачиваемся. У кого будет мало здравомыслия, можете зайти также в зеленый луч восстановить. Отвернулись. Отвернулись. Если плюс один так будет отворачиваться, уже половины бы не было. Отвернулись. Вот сейчас нормально, более-менее. Отвернулись. Геру. Отвернулись. У него какие-то странные тайминги, они не совпадают. Я, блин, про себя считаю, короче. Он тут на десятки фигачит, а на 12. Да, рандомно, да. Там плюс-минус. Сейчас вот быстрее, вот видишь, вообще быстро ебанул. Рели, бог безумия, блядь, какой-то. Следим за здравомыслием, за полосочкой. Кого меньше 30, ну, меньше 20. Лучше сбегать, восстановить. Че, люди умирают? Вот сейчас будет, отвернусь. Быстрее, мобов. Один моб должен быть только. С хп. И один вообще без хп. Вернулись. Импрессия настрелял. Че, у нас никто не сдох даже? Ну да. Ого, неужели что-то похоже на мой плащ? Все, ребята, разруливайте шмот, всем спасибо за рейдик. Ну тебе спасибо. Че, плеч никому не нужно? О. Можно в Даларан портал?